что происходит между Миланой Некрасовой и Давидом. Совсем недавно на канале вышло видео, где Милана Некрасова начала встречаться с одним парнем. Можете его посмотреть. Девушка неоднократно говорила, что состоит в отношениях. Получала букеты от своего молодого человека. Но кто именно ее парень, она не оглашала. Но сейчас Милана вместе с Давидом отдыхают на Мальдивах. В сети появились их шиперские видео, поэтому интерес к их паре начал подогреваться. Многие думают, что тот парень Миланы и есть Давид. Хоть сами блогеры эту ситуацию не комментируют, но они и правда выглядят мило. Если они даже и не встречаются, то подписчики и фанаты все равно хотят видеть такую пару. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и с кем на самом деле встречается Милана Некрасова. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видео.